Браться за пассажироперевозки в Барнауле пора, уверен глава, хотя и сейчас совещания с транспортниками проходят в регулярном режиме. Но чтобы повысить культуру перевозок и снять с повестки огромное количество вопросов, в том числе по тарифам, необходимо создать государственную муниципальную компанию. Открыть свою компанию, например, на базе ГЭТ. У нас же есть с вами государственная компания, да? Это трамваи и троллейбусы. На базе этого открыть еще и автобусы. И потихоньку эти маршруты забирать, интегрировать в этот процесс. К слову, частники будут работать параллельно, но в перспективе газели, которыми город перенасыщен, можно будет заменить на новые большие автобусы. А вот вновь повышать тарифы не планируется, хотя перевозчики в условиях санкций этого просят. Менять стоимость проезда чаще, чем раз в год, Вячеслав Франк считает неуместным. Поделился мэр сегодня тем, что оперативно принимать решения по самым разным вопросам ему помогает то, что сейчас он совмещает две должности, является еще и секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Такое сопряжение, я считаю, оно удобно будет для барнаульцев. Почему? Ну, я думаю, что депутатам сегодня надо, может быть, где-то побольше работать на округах, непосредственно видеть те желания, которые формируются жителями города. Если чуть глубже, то и бюджет будет формироваться, уже исходя из тех запросов, которые идут от населения. А сегодня от журналистов вопросы звучали в том числе и личные. Вячеслав Франк рассказал, что после перенесенного ковида 2 недели приходил в себя, ощущал усталость, но сейчас уже в форме и вернулся в тренажерный зал. Вторник, четверг, суббота – это спортзал. В 7 утра я там, приходите, позанимаемся, где-то можем поспорить, кто больше подымется или от груди возьмет. Мэр поделился и своим мнением насчет необходимости площадок для выгула собак в Барнауле. Будут ли перенесены сроки ремонта моста на новом рынке? Появится ли тоннель под ЖД вокзалом? И почему его лично нет в соцсетях? Подробнее об этом в нашем субботнем выпуске. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.